Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте Кристины с ником Angel Wolf. Не знаю, что он означает, скорее всего, инициалы. И мы сегодня будем ролить ей на коллекционер, который у нас на этой неделе, в принципе, довольно-таки неплохой. Находится в гильдии Voice of Freedom. Первые и третьи места. Кидайте заявочки, вступайте. А по поводу вступления WhatsApp на экране видите, либо в телегу, ник тоже есть. Так, окей, поехали, смотрим на аккаунт, 420к, ну, интересно, что же тут за аккаунт такой, ну, скорее всего, донатный. Да, донат под 800, вот так вот, а что у нас с героем не хватает, ну, наверное, как обычно, супер. Командора Ледяной Феникс. Как мне это нравится. Два недостающих героя попробуй выбить. То есть такой вот челлендж мне подкидывают. Сегодня, не знаю, Unreal какой-то. Первые три аккаунта, конечно, проскочили нормально. Но посмотрим, что же будет здесь. Идем посмотрим на героя, на аккаунт. Так, ну понятно. Так, Друид, Смерть старенькая, Атлант. Так, Химка без таланта, да, много героев. Тут, наверное, все герои собраны, которые только есть. Всех качает. Так, Махатма, Рогатка. Юмен, неплох. Старые закалки героя, новых талантов маловато вижу. Так. Ну, довольно-таки неплохой аккаунт. Конечно, талантов не хватает, но зато есть практически все герои. Так, отлично. Что могу сказать? Хорош. Кристина молодец. Так, поехали. 450, Химка. Ну, я не знаю, задача у нас, конечно, не из легких. Бугимен сразу падает. Видите, донатом лучше везет, чем обычным игрокам. Медуза. Капитан Рогатка, нифига себе. Блин, нам бы чуть-чуть героев повыше. Варлок. Да, конечно, сложновато выбить, когда у тебя практически все есть. Это равносильно тому, что я у себя ролю в день обновы одного недостающего героя. Это... реально Unreal. Ну, посмотрим, какая будет удача. В любом случае, мы уже, в принципе, сделали все, ребят. Ну что, Кристин, сегодня твой день. Ты мне напишешь уже в телеге, когда увидишь видосик. Приятные слова. Ну, от души поздравляю, Ледяной Феликс. Феликс, говорю, Ледяной Феникс для девочки уже. Мы достали, ну, надеюсь, сейчас мы еще тебе заролим Командору, и, в принципе, этот аккаунт будет собран до обнова. Поехали. Давайте до 40к. Так, ниндзя. Нам нужна Командора, ребят. Повелитель бури. Блин, да ладно, ну, почему так не падает на бездонах? Суккуб. Что-то тут знает она. Короче, ребят, ну я не знаю. Видите, создавайте, короче, женские ники, тыкайте себе сердечки. Надо это зверскому сказать, что когда будет обнова, пусть себе сердечки тоже наставит в ник. Сердечками зверских будет много, хоть как-то веселей будет. А то одни вокруг зверские. Ну, короче, вот так вот, ребят. Интересный роллинг получается у нас. Осталась одна Командора, мы вытащили Фрею. Ну, я уже не знаю, что вам сказать. Мы вытащили кучу имбовых героев. Если с ним мы сейчас посмотрим. Смерть ниндзя. Капитан Дрейк. Пара. Так,
fire than everybody. We show up in the party, fire than everybody. We show up in the party, fire than everybody. Так, одержимый, студеный, ара. Ну, короче, такое вот, не знаю, думаю, она будет счастлива. Да-да-да. Так, надо на ком-то слиться, а то что-то... Что-то, прям что-то... Так, сольемся мы где-то хоть на ком-то или нет? Нафиг мы тут сольемся? Давайте топом, надо слиться. Нету никого стопов. Печально. Ты чувство, когда уже сделал весь роллинг и сидишь себе просто, в принципе, как слиться. Выпускаем героев по одному. Зачем выпускать всю когорту? Думают многие, блядь, что он делает во время роллинга? Ну, ребят, админ панелька прописана так, что надо слить героя. В один бой выиграть, другой слить. Так, студеный. Еще, конечно. Такс, ну чё? Ведьма, укротитель, профессор Рибет, Валентина. Ну, короче, я не знаю. Надо срочно бежать, ставить себе сердечки где-то в нике. Череп. Три панды кунг-фу выпало. Капитан Рогатка. Офигеть. Без донаты просто плачут. 10-15. Ну, слизни мы однозначно уже не соберем. Это не точно, но это факт. Так, один остался. И я. 4 слизня за 4К. Ну, это Unreal какой-то. Все может быть. Смотрите, что делается. О, это, короче, ребят, это... Я даже не знаю, как это назвать. Назовите это сам в комментах. Короче, поздравьте девочку. Ну, поздравляю. Это просто было жестко. Жестко в том плане, что такого трешечка давно уже не было. Ну, выбить там одного недостающего героя с двух еще, ладно, но собрать так слизни и в конце, это просто, наверное, один из эпических роллингов. Просто no comments. Коробки есть? Есть. Поехали, откроем лазулю. Короче, ребят, такой вот коллекционер. Ай, у нее места нет. Печально, печально все. Ну, вот потом сольет ниндзика уже сама. Так, окей. Окей, поехали, подкрываем подарки. Железка 8-я, тоже неплохо. Ну, отсюда мы вряд ли командуру вытащим. Так, карт у нас тут уже таких особо имбовых нету. К сожалению. Ну, в общем, ребят, такой вот роллинг. Прожимайте лайки, пишите комменты, подписывайтесь.
Ждите новых видосов. Всем удачи, всем пока.